Веселые книги Носова рассказывают о серьезных вещах. Через его героев дети учатся ответственности за порученное дело родных, близких. Первый рассказ о Николае Николаевиче «Затейники» был опубликован в журнале «Мурзилка», что сделало его произведения доступными всем детям в Советском Союзе. Но, наверное, самым культовым героем Носова стал Незнайка. Мы отмечаем юбилей первой публикации о книг о Незнайке и его друзьях, которая исполняется 65 лет. 70 лет исполняется приключениям Незнайки в Солнечном городе. И в этом году мы отметим юбилей Николая Носова, замечательного детского писателя. Поэтому сегодня у нас веселые приключения Знайка и Незнайка в Солнечном городе. Ребята здесь ждали многочисленные конкурсы, загадки, эксперименты, шутки и море смеха. Все в духе маленьких человечков из Солнечного города. Но многие помнят, что любимым напитком этих героев Носова была газировка. И школьников еще сильнее погрузили в этот сказочный мир. Вишня и миндаль, фихуа и лимон, дюше, саяны и тархун. Здесь для них устроили настоящую сладкую дегустацию. Спонсором мероприятия выступила компания «Зауральские напитки». Алексей Старцев, Павел Баев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».